Сегодня днем сотрудникам городского управления полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка в родительский день, обратились бдительные граждане, которые заметили возгорание на территории кладбища в поселке Горький. Полицейскими вместе с гражданами приняты меры к тушению пожара. До прибытия спасателей возгорание было локализовано. Спустя некоторое время поступило повторное сообщение о возгорании в другом месте кладбища. Установив приметы подозреваемых, участковыми уполномоченными полиции были задержаны двое ранее судимых местных жителей. В отношении мужчин 35-летнего и 58-летнего возраста сотрудниками полиции набран материал и направлен в отдел надзорной деятельности по статье 20.4 «Нарушение правил пожарной безопасности». Почему ты это сделал? Да не зачем. Ну зачем поджигать-то? А вдруг загорелось бы дальше? Мне нужны эти проблемы. Ну а зачем тогда это сделал, скажи? Я случайно бычок уронил. Ты подошел и спички поджег. Закапываю, в чем проблема?